Итоги оперативно-служебной деятельности за первые три месяца этого года подвели в Химках. Заслуги лучших сотрудников УМВД России по городскому округу отметили грамотами и благодарственными письмами. Около двух десятков правоохранителей повысили в звании, а после обсудили проделанную работу за три месяца. На территории округа не допущено террористических актов, массовых беспорядков, резонансных межнациональных и межрелигиозных конфликтов, националистических акций. Всего в отчетном периоде зарегистрировано 19 096 заявлений и сообщений о происшествиях, что на 13,6% больше, чем в 2018 году. Поставлено на учет 552 преступления, это на 11,5% больше, чем прошлогодним показателям. А вот количество тяжких и особо тяжких преступлений на территории городского округа сократилось. Также значительно сократилось число автомобильных краж и угона транспортных средств.